26 ноября в поселке Афипский прошел сход граждан, на котором жители смогли пообщаться с руководством районной и поселенческой администрации и обсудить насущные проблемы. По итогам встречи глава Афипского поселения Юрий Коваленко дал поручение ответственным специалистам отработать все озвученные вопросы. В течение недели был осуществлен выезд и устройство пешеходного перехода по улице Пушкина на пересечении с улицей Красноармейской. С одной из заявительниц осуществлен выезд на территорию мойки самообслуживания, где мы смогли убедиться в накоплении сточных вод и их дальнейшей транспортировке. Ряд вопросов, которые имеют технически сложные решения, были поставлены на особый контроль и перенесены для решения в 2020 году. На сходе граждан жительница дома номер 114 по улице Комсомольской пожаловалась на качество воды. Сотрудники ООО «Трансводоканал» выехали по указанному адресу и взяли пробы. По результатам исследования качество воды соответствует нормам СанПин. Протокол лабораторных исследований передан жильцам многоквартирного дома. Наша организация большое внимание уделяет качеству воды. Ежемесячно мы производим отбор проб от разных источников водоснабжения в нашем поселке. Для улучшения качества воды в этом году в поселке заменено более 6 километров, а вернее 6232 метра водопроводной сети. В поселке Афипском уделяется пристальное внимание качеству воды. На северном и южном водозаборах установлены современные очистные станции, позволяющие получать воду, соответствующие всем нормам и требованиям.